все, мы будем складывать мозаик. Подпила. На завод, к заводу подъехали, мы сидели в машине, а наш, он там был главным инженером. И он ее, конечно, не узнал, а потом... Ну, похоже, две капли воды. Ну, не узнал, слушай. Ну, похоже, уже... Найдите, найдите. Это мне на 8 марта через... Мне вообще на марта. Он ушел воевать, короче, на военный день. Не вернулся. Мне тоже большой. Да, женился. Ну, вот сын был уже там на 2-3 года раньше. Вот, да еще. И ему это. Он, конечно, встретил, там вначале не узнал, потом, конечно, притащил. Жена там встретила, жена его прям. Сын был дома, уже там почти тоже не все. Все, мы там находились, мы тоже сейчас там были. Нас, конечно, принимали, они везде водили. Подарка нам дарили, Татьяне, мне, он прям каждый один выходили, а Татьяна же как Ксюша наша. Все, а там стеклянные витрины, все. Вот она, деда, вот это хочу, деда, вот это, Танька, Танька, что тебе? Мы с ее лицом, мы помню, ходили, вот это сиквелы, заказали. А муж, это, наверное, дико думает. Это мясо мозаик. В городе, что ли? Мы тогда нам давали сифоны эти, мы ходили заправлять цветную, вот эту вот. Вот такую. Потом бас наводили, нас водили там на эти карусели вечера. Раз, помнишь? И дал еще денег на муле, помню, он на дорогу отправил, он говорит, сказал, что будет писать. Мамуля, главное, говорит, что я, ну, встанет перед зеркалом, вот так вот, говорит, ну, две капли воды. Сын на него вообще не похож, сын больше на жену. А мамуля, ну, копия. Не зажглось. Не зажглось. Что, что, что это? Ну, ой, маска и вилла, сейчас подожди. Даже тут получается, а? Так. Что-то вы плохо кушали, ребята. А ну-ка нажимайте все. Мы сказали, мы весь стол будем. Правильно, молодцы. Все, съедим. Конечно. Может, музыку там надо, чтобы плясать? Да, мы сейчас попляшем. Так, блюдечко на это надо вам, ребятки, да? С ананасовой начинкой. Сейчас, мама. Банановой. Банановой. Лимонад наливай. А у меня лимонад есть. У кого нет тоже? Разбросали мы, конечно, мозаики. Давайте соберем, потом разберем. Давайте сейчас. Потом будем собирать. Что наступим? Наступим вот это. Приберитесь с порога. А то проходить. Кто-то не попал. Моя там и на счет. Да, и моя там. Все.
Как вот такой, я сейчас леночки побольше отрежу. Вот, маленькие. Кому? Леночки, за солнце. Так. О, на, ты как. Ложечки вам на Аленьке дали, да? Да. Сейчас вам ложечки дам. Один серый, другой белый, гуси.
Смотри, смотри.
смотри, включила я или нет. Нет, ты понимаешь, тут бы интересно было, как, допустим, вот ты грязная, так что, знаешь... Да, грязная, спасибо. Нет, просто поела, что ты после того, как ты поела сегодня. Тут интересно другое было. О! Правильно, что вот девочки сегодня, вот девочек хорошо, они аккуратно, они в гости пришли, поели, а ты ж как заелась, так? А что, кто? И Маша тоже так заелась. Нет, ну ничего страшного. Так и я маленький был, я вообще до ушей был, говорю. У меня голова вся была в этом мороженом, когда замазана, да, когда прям, папа, да, честно. А она сказала это, давайте все намажемся мороженым. Ксюша сказала, да? Да. Нет, ты сказала сама, твоя идея была. Да, чья? Ничья. Да ну страшного ничего, это же игра, правильно? Ага, это ж...
Это ж вы шутите, нет, ну вы шутите ж. Давай, все, уходи, пап. Почему? Ну, уходи. О, ну, а мне... Пусть Ира скажет пару ласковых слов по отношению к своему мужу, а ну? Ира. А ну-ка. А ну что ты? Что тебе страдает? Скажи, вот, вот скорпион перед тобой сидит. Скорпион, какой меня, мой любимый. Какой у меня хороший характер, слушай. Ну, расскажи. Тяжелый у тебя характер. О, здрасте. Ты говорила, хороший, легкий такой. Да, тяжелый, но тем не менее. Надо же. Тем не менее, Толик. Толик, сколько слушай, вы лет живете? Маринке уже 20. 21 год. Слушай, ну или 21 нет. год были бы. А что, у меня слушай. Иногда бывает, знаешь, иногда бывают такие моменты, что ага. разорвала тебя на клочки. На вот такие, иногда, говорю, так бы вообще подняла вот тебя на Наташа. Такую гору. Надо стрелец. Вот честно, да, Толик, я тебе говорю, иногда вообще. Огненный знак. И думаю, почему тут он ко мне не так вот относится, как я вообще вот. Наверное, на самой... Вот не, ну гороскоп есть гороскоп. Ну, ты не понимаешь, по говорю, жизни. Да, Толик, что не изменишь. Меня, говорю, не изменишь уже. Вот да, я такой, кажется, я с виду нормально. Толик, а ну, ты меня, и говорю, не изменишь. Говорю, да. Не изменишь. Да. Не изменишь. Тут надо вот скажи, Наташа, вот так бы, да? Так бы. Я говорю, ну поговорите. Она говорит, неудобно. Василич не хочет, а я тоже. Да, сниму сейчас крупным планом. Все время, говорит, объяснял по-пластному, что сейчас это, не закрывай. Что о, я не хорошо. Виноват, я там типа не пил какие-то. Говорит, Тёмаля, мамочку. Тёмаля. Водой. Мне когда Тёмаля. Хочу, не той водички вас там. Ты простой хочешь. Простой. Тёмаля, ляпочка, ну передрали. Ну, Толик, а там кушай. Простая в кружке, Ира. Вот там дальше кружка. Ладно, я пойду. Да почему, Сёня? А вот, лапочка, вот это простая. Девочкам хочется, может? Да нет. Я хочу. А, так на песне он есть простая. Вон. Да наливает все. Мама тебе. На, котенок. Вот. Убегла. Вот Юла. Упал. Юла, это что-то будет страшно. Молодец. Ой, какие там она голодание, она слушай. Уже ходит. Вот. Бедела дружба, да? А что мою маму? Это не твои. Мама, завтра будет. Ксюша. Это мама отдельно, она знает. Завтра будет. Все, мама. Мама. Девочки получили все? Молодцы, говорю, они старались. Ксюша, молодец. Мама завтра еще лучше. Вот умнички, победила дружба. Вот только плохо, что девочки... Пожалуйста, дверь. Открой дверь, Маша. Вот плохо, что не Ксюша провожает. Девочки, говорит, ухожу, иди проведи, Ксюш. А, тортика дай, Ира, обязательно. Давай. Сейчас, сейчас, девочки, давай, девочки. Давай. Тортика дадут сейчас, секундочку, давай, девочки, давай. Сейчас. Ну ничего, вы завтра еще встретитесь, да? И трубочек вот сейчас. И трубочек сейчас даст. Сейчас тетя даст. Ну давай, ты одну иду. Слушай, класс, это, говорю, уже завтра одевать его можно. Спокойно. Да, вылетать на вылет. Нет, прелесть, прелесть. А что? Ксюшка, ну иди сюда. Ты в год кого родилась? Смотри, первая обезьяна. А вот она. Смотри, обезьяны. Какая обезьяна. А это? Там что непонятно вы? Кто, но... А ну, сейчас разберемся. Что? А ну, не для ушка. А ну, повернись, я посмотрю. Вот это сапог или ботинок, да? Сегодня посмотрим. Это ботинок. А вот, нет, последний меня, ботинок. Зеленый вот последний тут ботинок. Еще не спросила. А, это вот. Сапог, наверное, это сапог. Сапог. Ага, сапог. Это правильно, лето, зима, осень. Ну что, хорошо сегодня тебе, нормально. Сейчас. Ну да. Нет. Да как Ксюшка одела, великолепно. А что нет, так она так нормально, она свободно должна висеть. А я одеваю, свободно говорю, посмотри. Опа. Сегодня. Классненький, Женька. А что, свободный? Посмотри, вот, вот Маринка, вот скажи. Хороший. Так класс, костюм класс, супер класс. Класс. Нет, так это высоко подняла. А так если я ты сделай как было, у тебя было красиво. Было, нормально. А там что? Тоже шутки. А ну покажи, они что широкие, Сегодня. Ботинок. Сегодня. Это широкие. Не значит, что у тебя ноги вот такие должны быть. Если думаешь, что такие ноги должны быть. Никогда даже взрослые такие не бывают. Ну да. Это так нет. Это свободно так они говорят. Свободно. Правильно. Сперва мини, потом пикини и так дальше. Ксюша, что я тебе хочу сказать? Так ты родителей поблагодарила? Так ты ж поцелуй маму и папу. Ты знаешь, сколько эта игра стоит? Пол телевизора вашего. Не, 70. Папа говорит. 70. Не 70, а 700. Ну 700. О, а телевизор сколько?
Я же говорю, четвертая часть телевизора. Представляешь? Если бы не было телевизора, не было бы игры, да? Видишь, как тебя родители любят? Игра красивая. Еще наберешь вот этих вот кассет и будешь играть. У тебя знаешь, сколько будет игр? Ты что, ну такое родители вообще надо расцеловать. А что ж тебе Маринка подарила? Ну, круг тут. Ну. Еще. О. Так. Удалились. Заяц. Такой. Заяц. Да вот эта книжка про песни. Слушай, закрывай тебе. Видишь, а я такой Женьке купила, только с ножками. На море будем ходить? А чего ты? Что? На море ходить будем? А мы не ходим. Ну, ездим. Хорошо. Ой, круто. Тем более. Будем плавать, да? Так ты Максима не поздравила еще? Максим, скажи. Предал, да? Мог бы прийти тебя поздравить. Все-таки же он... Так обещал, главное. Если бы не обещала, то ж обещал. Да, не, Максиму, конечно, надо было как мужчине прийти тебя поздравить, а потом сесть за стол с друзьями. Ну ничего. Ксюша, сажись впереди. Максим еще бедный будет. Это ты за... Так мы с Мариной уже играли? Ксюшка, ну у тебя точно день рождения и праздник Илья, дождь льет. Ну все, пошли за стол. А пошли уже с нами немножко посидишь. То, что с девчонками сидела.